Привет, снова на канале Инспектор Гаджетов, страничка вейпинга и очередной барчик. На этот раз я не буду сильно вас мучить, у меня 5 новых жижек, 4,5, так скажем. И просто скажу, что я о каждой из этих жижек думаю. Все эти, почти все жижки приобретены на сайте Gearbest. Я думаю, там иногда можно выхватить очень такую приличную жижу по очень приятной цене. Так вот, 4 жижки плюс 1. Ну, начнем с простых. Ну, как видите, есть у меня 2 жижки от фирмы Giant Vape. Это 60 мл, 3 мг у меня обе. Первая из них это Fermented Bread. Ну, что вам могу сказать? Специфический хлеб. Вот так я сказал бы, назвал бы этот вкус. То есть, хлебный вкус... И что-то еще непонятное. Жижа на любителя. Для тех, кто, в принципе, любит какие-то необычные новые вкусы, попробовать можно. Но рекомендовать бы я ее не стал. Ну, специфическая жижа, только любителям специфических жиж. Вот. Ну, то есть, можно так сказать, и в минус. Следующая Giant Vape – это авокадо кофе. Тут немножко по-другому. Это... по большей части кофейный вкус, ну и фруктовый. Я не могу сказать, что прям я чувствую авокадо, я чувствую, как, чувствую кофе с каким-то привкусом фруктов. Вот так. Данную жижку я очень люблю парить по утрам как раз, вот кофе, выпить кофе, а потом попарить эту жижку. То есть такое послевкусие после нее остается кофейное. То есть эта жижка, можно сказать, хороша. То есть я особо рекомендовать не могу, что must have, вот, но парить очень даже можно, особенно по утрам. Так что те же 60 мл, 3 мг и стоят, в принципе, копейки по локальным меркам. Идем дальше. Следующая жижка это тут магазин Gearbest вот позаботился и заклеил своей наклейкой. Я пытался ее отодрать, но было еще хуже. Поэтому, поверьте на слово, называется данная жижа Lindberg. Вот, тут даже и вкус заклеен. Вот, ну, что могу сказать? Вкус табачка. Табачка, ну, какая-то такая вот тоже специфическая. Не... послевкусия не табака, а послевкусия какой-то бодяги. Вот, вот так вам скажу. В принципе, эта жижа, как многие другие на Gearbest, и в принципе многие жижи, которые делаются в Китае, потом вроде продаются под брендом американским. Вот это одна из таких жиж, то есть Made in USA, все такое, но на самом деле делают ее в Китае. Вот стоит она, по идее, немалых денег, а на Gearbest ее можно выхватить, в принципе, тоже по дешевке. Но, несмотря на то, что вроде как жижа брендовая, вроде как прем, но рекомендовать бы не стал, потому что, как говорю, бодяга, что-то непонятное. Я вот, честно, не понял этого вкуса. Парить можно, каких-то именно то, что невкусно, такого нет, но, опять же, рекомендовать бы не стал. О, а вот эта вещь. Это могу вот просто сказать, признаться, это моя любимая жижа. Я как-то в каком-то первом барчике уже снимал о ней видео. И сейчас еще раз, потому что удалось купить еще раз, потому что когда она очень быстро ее разбирают на Gearbest'е по хорошей цене. То есть эта жижа, я ее покупаю во всяком случае сразу упаковкой из 2 бутылочек. Одну бутылочку я уже благополучно выпарил, осталась еще одна вот запечатанная. Так вот, Royal Flash Sky's the Limit. Признаюсь, моя любимая жижа, я ее просто обожаю. У нее такой насыщенный, такой богатый вкус, который я не перепутаю ни с чем. Но я конкретно не могу даже с чем-то ее ассоциировать. То есть это не фруктовый вкус, это не табачка. Это какой-то коктейль из ароматизаторов, который мне просто сносит башню. Вот поверьте, обожаю эту жижу.
Обожаю эту жижу. Если кто не пробовал, обязательно возьмите. И она, кстати, тоже из той же серии, что вроде как made in USA, но на самом деле разливают все это в Китае. Royal Flash, Sky the Limit, две бутылочки в комплекте по цене. Цена разная. Цена разная. В общем, за сколько возьмете, за столько возьмете. В любом случае, жижа отличная, и попробовать ее однозначно стоит. Я просто от нее у захвате, скажем, украинскую. Вот. И последняя жижа. Это 60... Кстати, да, Royal Flash, это 30 миллилитров. Ну, кто не понял. Последняя жижа, но это уже жижа не из Китая, это не Гербест. Эту жижу мне подарил один хороший человек. Такую жижу я себе бы не позволил бы, жаба бы мне не позволила ее приобрести, но вот один хороший человек поделился, подарил на пробу. И это, конечно, да, это прем, это реально прем. Strawberry Queen, если кому-то интересно, вот в такой упаковке она поставляется. Вот здесь она лежит, вот, вот так, в общем, такая упаковка Made in USA, но тут уже, наверное, точно Made in USA. Это без... Ну, в общем, так скажу, это лучшая клубника, которую я когда-либо пробовал. То есть, это клубника всем клубникам клубника. То есть, ни один самозамес на клубничный, ни одна жижа, которую я когда-либо пробовал с клубничным вкусом, около клубничным, ну, даже вот если брать, что у меня из клубники, ну, вот, вот этот вот у меня тускупс когда-то был, вот. Это все просто отдыхает. Strawberry Queen — это супер клубника. Я такой клубники никогда не пробовал. И просто, ну, если вы очень-очень любите клубнику, обязательно попробуйте. Даже те люди, которые не парят, в принципе, от запаха данной жижи всегда интересуются, что это, как-то, что, ну, вообще аромат просто потрясный. То есть клубничная клубника, я даже не знаю, как еще это назвать. Офигенный вкус, даже не знаю, сколько, в принципе, эта жижа стоит, думаю, стоит недешево, но она абсолютно стоит всех денег на нее потраченные. То есть годнота. Вот. Ну и, в общем, все ребята из сегодняшнего видео, собственно, по Giant Vape неоднозначно. Одна так себе, другую вполне можно парить. Lindberg какой-то непонятный, непонятная бодяга, моя любимая жижа, и клубника из клубник. В общем, если чем-то в этом видео вам помог в выборе определиться, то поблагодарите меня, поставив лайк под данным видео. На сем все. Опять же, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.